Привет, меня зовут Лена Тронина, и я покажу вам, что в моей сумке. Из косметики у меня с собой всегда румяна, эти розовые, они сейчас на мне. Если я хочу поправить макияж, то я чаще всего использую румяна. А это духи 1969, я их купила в косметике. Они есть, наверное, разных там объемов, но мне понравились вот эти, потому что они маленькие, они идеально влезают в сумку, и запах у них просто супер класс. Я, кстати, не разбилась сегодня. Браслетик, который мне подарил парень, который открыл и сделал Have a Great Day Magazine. Может, когда-нибудь он станет супер популярным, он делает его в Нью-Йорке. И этот браслет он мне подарил, летом я была в Лос-Анджелесе, это была моя последняя ночь там. У него просто в багажнике лежали все его футболки, весь мерч, который он выпускает, и был этот браслетик. Мы даже с ним сделали супер классную фотографию, сейчас найду. Вот он, браслет на моей ноге, и мы куда-то едем. Это блокнот, в который я записываю всякие мысли, мечты. Там очень много того, о чем я мечтаю абсолютно искренне, чисто. Первые записи, которые я сделала, это были на Farmer's Market, сделанные в Грове. И здесь написано «Вау». Вышел трек Post Malone, который называется Monthly Crew. Я обожаю его вайб, мне кажется, это так солнечно, классно, это Калифорния. Это просто когда жизнь вот такая. И, ну, мне нравится его песня «Вау», и я здесь вот подписала это на блокноте, просто чтобы это все было, чтобы моя жизнь была пропитана вот этим сладким ощущением, чувством, я не знаю, свободы, какой-то радости, реализованности творческой, потому что мне кажется, он один из самых ярких вообще артистов, которые есть сейчас, я его вообще просто обожаю. Вот это называется «Кафета», потому что у нас кофе, это моя вообще самая любимая конфета на свете. Вы хотите попробовать? Тигренка я купила в тот же день, когда я писала в этом блокноте. То есть он тоже из Лос-Анджелеса, из французского какого-то магазина. Он у меня очень часто появляется в Инстаграме, потому что я люблю вообще зверей. У меня целая собрание, коллекция маленьких игрушек дома огромная. И маленьких, и не маленьких. Кстати, между прочим, вот, работает это так. Мои ключи. Это, мне кажется, я выиграла на каких-то призах на Новый год, знаете, когда вытягиваешь там флеш-игрушка огурец, у меня была и вот этот вот какой-то ангелочек, и, медвежонок с сердечком, мне он очень понравился, я его оставила. Мой другой брелок, купила я его в Филадельфии, в городе Дженкинстаун, там, в общем, есть секонд-хенд, как вы уже поняли, секонд-хенд я люблю. Все средства, которые получаются с продаж, отдаются в фонд защиты от домашнего насилия. $2, мне кажется, или один я в фонд в этот как бы положила. Заколочка, вот так вот чик, как бы, и все, уже совсем другой образ, просто совсем другая женщина. Ну, мне кажется, без комментариев. Как говорится, подружка любой женщины. Мне кажется, это надо иметь всегда при себе. Потому что либо тебе это пригодится, либо кому-нибудь из твоих близких, кто нуждается. Кольцо. Вот по какой причине здесь кольцо, я не знаю, но мне кажется, просто можно иногда вот так надеть, и будет уже все совсем иначе, чем было. Я люблю обувь. Люблю обувь новую. И у меня часто просто, ну, бывали времена, когда у меня просто вся нога вот так заклеена в пластырях, потому что от одного натерлся один кусок, от другого другой. Поэтому это вообще маст, необходимость, просто точно так же, как и тампоны. Маска. Вот в этой, кстати, абсолютно невозможно дышать. Но она выглядит как-то аккуратно по сравнению с вот этим голубым безумием, которое нас везде заставляет носить. Это логотип фестиваля «Золотой глаз». Показывали наш фильм, была премьера фильма «Carrie Ferry», который мы делали вместе с Ясмин, с моей подругой. Она была режиссером, моя актриса. Это был мой первый международный проект. Какая-то суперкрасивая премьера. Я вообще люблю фестиваль в Цюрихе. Просто обожаю. Вообще этот город обожаю. Шикарно. И нам давали вот такие штуки. Ты можешь ее обменять на сосиску. Я, мне кажется, парочку-то обменяла, а одно вот осталось мне как талисман от глаза. Солнцезащитные очки. У меня их очень много, и в этот раз я искала что-то уникальное. Мне нравится, что рисунок с одной стороны, и супер мягкий какой-то фильтр стоит. То есть, когда день не особо солнечный, он может стать солнечным просто потому, что я надеваю вот эти очки, мне очень нравится. Телефон, мне кажется, это самая незаменимая вещь. Я стараюсь находиться максимально в моменте, в
котором я есть. И часто у меня взгляд падает на какие-то маленькие красивые вещи, какие-то из них я фотографирую. И, кстати, поэтому мне еще нужен телефон, я делаю очень много фотографий. А какие-то я не фотографирую, а просто забираю себе. Вот, например, вот это перышко я забрала себе. Мне кажется, это утки оставили это перышко. Это было в Челси. Здесь у меня есть сим-карта. И монетка, я уже не помню, где я ее нашла, но я почему-то монетка, мне кажется, всегда связана с чем-то хорошим в жизни. У меня есть наушники со мной всегда. Я их очень часто теряю. Последний мне подарил мой парень. Я их потеряла, расстроилась. Думала, что я просто куплю проводные наушники, и это будет такой стейтмент, потому что с AirPods'ами что-то не то просто. Они пропадают все время. Собиралась уже бегать, и я залезла в карман куртки, в которой бегаю, а там лежат новые наушники, которые он точно так же назвал, как и называли старые, как будто бы ничего не поменялось. Мне кажется, это очень мило. И я не знаю, кто еще так делает, кроме этого человека. Книга очень маленькая, очень удобная, помещается в сумку прекрасно. Мне нравится Артур Миллер, и мне кажется, все, что он делает, это честно и красиво. Вот все, что лежит в моей сумке. Может, в следующий раз сумка будет больше, и я вам расскажу еще больше захватывающих историй. Have a great day, хорошего дня и настроения вам. С зарядки, с пробежки и зарядки. Улица. Я обожаю просто одеваться, выходить и бежать. Мне не важно, где я не люблю залы, я не люблю все, что закрыто. Мне надо открытое пространство, мне надо встречи с городом всегда. West Hollywood. Весь. Цюрих. У меня, наверное, нет такого. Но сейчас точно. Я любила очень сильно Бишбармак, но эти времена прошли. Пусть будет «Голова в облаках». Это не мой любимый фильм, но я очень люблю Шарлиз Терон и Пенелопу Круз, поэтому пусть будет он. «Вечное сияние чистого разума». Тоже не понимаю, почему я это говорю, но мне он очень нравится. И «Порту» с Марлоном Брандо. Я не знаю, это не мои любимые фильмы, но почему-то они мне пришли в голову, значит, сегодня они мои любимые фильмы. «Секс с Денисом Власенко». Дэн, я тебя люблю. Мне очень жаль, что ты сегодня не со мной. Ой, без радостного настроения, без реального ощущения счастья, потому что если нет на вечеринке ощущения счастья, говно это, а не вечеринка. Музыка. Я обожаю музыку, я обожаю Боба Дилана, я обожаю Тейлор Свифт, я обожаю Дуа Липа, даже обожаю. Короче, всех обожаю. Я очень люблю музыку, меня это заряжает. Я стала, кстати, составлять плейлисты Spotify, мне очень нравится.